Ребят, это я даже не хочу сохранять потом прохождение этой миссии, чтобы еще раз ее пройти. Это просто что-то. Так, подожди. Персонал это. Слышите, какой женский голос офигенный. Так. У нас полные все линии здоровья, но все равно надо быть осмотрительными. Так. Откуда? 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 Кто нас увидел? All персонал. Где? 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 Я не вижу, откуда стреляет по мне. Блин, смотри, миниган. Ёханый лось. Нет, через это стекло я не попаду. Блин, ты что, совсем? Так, всех? Всех снял. Вон этот еще тут бегает, подожди. Миниган, это интересно. А я смогу из него палить-то? Ну, тут патронов мало. Наверняка будет 200 патронов. Но сюда надо будет потом спуститься как-то уже самопально. Если это, конечно, возможно. За этим миниганом. Сейчас-то, конечно, нам вряд ли удастся. Но надо попробовать. Персонал. Ну все, ребят, всем кобзда. Ну, нормально, в принципе. Я даже что-то раньше не замечал, чтобы здесь этот миниган висел. Может, я предыдущую версию игры... В смысле, я играл раньше, проходил, у меня была другая, ну, установленная из интернета какая-то, с кривым переводом. Так, ладно. Стоп, поэкономим. Anybody seen my baby? Вылезаем. Двигаемся дальше. Офигенная атмосфера, я считаю, лучшая. Это просто... Вот этот момент сейчас, он просто покрывает там... Допустим, Doom, да, вот это вот все. Все эти легенды. Так, тут у нас еще один броник. Броников тут полно. Ну, естественно, здесь их полно. Это же военная база. Как иначе-то может быть?